Ну что, друзья, еще один дворик вечерний, одесский. Виноградик. Да, гля, глаз. Какой-то уголок. Точно. Колоритный. Глянь, белье. Белье. Или очень плохо видно. В общем, сушится там белье. Здесь можно упасть. Здесь балкон. Называются как дворики, как они? Колодцы. Колодцы, да? Да, это дворики, колодцы. Типичные. Абсолютно типичные. А проводные, да? Не знаю, сейчас увидим. Тупичок. Дворик-тупичок, но очень прикольный, тупичок. Очень колоритный. Очень-очень вообще. Очень вообще, короче, классный дворик. Здесь какая-то картина с невнятным текстом. Это белье, которое сушится. Как офигенно здесь все. А здесь символ города Одесса. Прикол в чем? Всех интересует имущество, а нас оно не интересует. Нас интересует быт. Нас интересует быт, урок и из чего это сделано. Это круто, друзья. Вообще, это супер. Был бы алхимиком, я жил бы здесь. Почему? Ну, здесь есть все элементы. Здесь есть, Стас, огурцы. Какие? Вот, обыкновенные. Вот, смотри. Они поплелись, это огурцы. Они поплелись на второй этаж. Я угадал. Я был бы алхимиком здесь. Почему? Ну, потому что тут есть все элементы. И даже огурцы. Не даже смотреть. Даже лошадка есть. Привет, лошадка. Привет, чуваки. Да, классно. Да, классно, интересно, но... Но не проходной. Ну, не проходной, а нам пора. Тупиковый. Тупиковый тупичок. Мы выходим опять на... Наш дорожку.